когда команда выигрывает, естественно, восстановление быстрее, эмоциональный фон лучше. Приятно побеждать, надеюсь, эта серия продлится. Мы для этого приложим все силы. Мы не на том месте, где должны быть, куда мы стремимся, все понимают. Поэтому, естественно, каждая победа важна. Ну, в любом случае, после победы всегда атмосфера намного лучше. Все улыбаются, все смеются, настроение у всех хорошее, поэтому надо постараться продлить дальше, сделать серию, чтобы претендовать на какие-то хорошие места. Краснодар 2 там молодые ребята, которые в принципе стараются играть в футбол. Это для них там большая возможность, большой шанс, тем более сейчас попасть в основную команду, поэтому каждый там старается себя проявить, свои индивидуальные качества. Хорошая команда, играющая в футбол, вот, можно их охарактеризовать. Легкой игры никто не обещает. Вот, постараемся порадовать своих болельщиков. Нам важна эта игра, важна эта очка. Иди ближе, Играй! Блин! Одно, Джоэль. Одно, два? Да, одно, два. Уже пошло дело. Ну, могу лучше однозначно. Просто был большой перерыв у меня. Травмы, восстановление, поэтому будем работать, чтобы улучшать свою игру. Я уже сыграл после травмы две игры, в общем-то стараюсь набирать кондиции, поэтому, в общем-то, уже проблем особых нет. Слава богу, нет, все нормально, вот, каждый день работаю над этим.